Здравствуйте, с вами Фирсова Екатерина и класс Йога Латес. Вы на канале Time Study. Это мои замечательные помощницы Юля, Оксана и Алла. Мы с вами сегодня разберем самую базу йоги и пилатеса. Очень подробно остановимся по дыханию. Разберем, что такое правильное дыхание. И в процессе тренировки я постоянно буду делать акцент на то, как мы дышим, мы будем слышать свое дыхание и контролировать этот процесс. Потому что это очень важно в нашей практике. Ничего суперсложного делать не будем. Начнем с самого простого и постепенно будем расти. Будем становиться красивыми и здоровыми, сжигать наши шашлыки, которые мы с удовольствием на даче с вами кушаем. Ну, предлагаю начать, и постепенно все будет понятно. Как мы выстраиваем наш корпус? Стопы на ширине тазовых косточек. Да. Подравниваем стопы по мизинцам, по внешней стороне стопы. Затягиваем наши коленные суставы и слегка их расслабляем. Отстраиваем таз. Немножко покачали таз назад, вперед, опрокинули таз назад, опрокинули таз вперед и нашли нейтральное положение так, чтобы копчик смотрел в пол. Раскрыли плечи, макушкой потянулись вверх, вытянули свой позвоночник. И подтягиваемся, как будто после сна. Делаем глубокий вдох и плавный медленный выдох. Вытягиваем себя до кончиков пальцев. Вдох. И плавный, медленный выдох. Давайте отстроим наше дыхание. Разберем, что такое полное дыхание. Мы делаем вдох по ощущениям снизу вверх и расслабленный плавный выдох. Вдох мы делаем сначала животом, затем грудной клеткой. И медленный, плавный, расслабленный выдох до конца. Выдыхаем весь воздух. Поехали. Вдох по ощущениям снизу вверх. И выдох. Вдох. Медленно, медленно, медленно. Я показываю движение рукой. Вы просто делаете, наполняете свои легкие по полной и выдыхаете весь воздух без остатка. Дышим мы через нос. Мы этим дыханием настраиваем все наше тело, поэтому лучше дышать с закрытыми глазками. Мы закрываем глаза и делаем еще несколько дыхательных циклов. Воздух поднимается по ощущениям, как лифт. Снизу вверх вдох. И расслабленный медленный выдох. Выдыхаем весь воздух из легких. Хорошо. Переходим к плечевым суставам. Вращаем. Хорошенько прорабатываем суставы. И поочередные вращения добавляем скручивание. Отлично. Можно поактивней. Нам нужно хорошенько разогреть нашу спину, подготовить позвоночник. Поэтому мы добавляем изоляцию. Сдвигаем наш корпус в сторону. Представьте, что вам нужно плечом достать до стеночки. Бедра остаются на месте. Вы сдвигаете только верхнюю часть корпуса, как полочку. Чувствуем свои боковые мышцы. Делаем так, чтобы нам хорошенько тянуло бока. Хорошо, возвращаемся на центр и сдвигаем вперед. Вдох, потянулись грудью вперед, выдох, назад. Вдох, выдвинули диафрагму вперед, выдох, назад. И продолжаем вдох на раскрытие, выдох, назад. Прогнуться, округлиться, прогнуться, округлиться. Хорошо. И отталкиваемся от стеночки руками. Остаемся с круглой спиной. Подтянули плечи к ушам. Отсюда замок вверх. Опустили плечи вниз. И тянем руки назад. Толкаем стеночку сзади. Отводим локти назад. Хорошенечко включаются наши плечевые суставы, лопатки. Хорошо.
И можно еще потянуться подбородком вперед. Отсюда мы уходим в наклон. Переносим вес на пяточки так, чтобы тянуло нам сзади подколенные мышцы. И до конца уходим вниз. Здесь расслабляем шею. Покивайте головой. Расслабьте мышцы шеи. Смягчаем колени и постепенно раскручиваемся. Позвонок за позвонком мы поднимаемся, не напрягая мышцы спины. Голова приходит самая последняя. Хорошо. И греем колени. Положили ладошки на колени, вращаем коленные суставы наружу. Слегка перекатываемся на стопах. Переносим вес. Пятки, подушечки. И в обратную сторону. Чтобы не травмировать колени, очень важно их хорошенечко разогреть. Поэтому вращаем. Молодцы. Опускаемся ниже. Стопы. Сначала пяточка, подушечка, слегка надавливая. Да, переносим вес тел. Вес тела на подушечку, на пятку. На стопе у нас очень много точек, отвечающих за состояние нашего организма. Поэтому мы сейчас такой делаем легкий, приятный массаж. Одна ножка, вторая. Да, прям надавливайте. Молодцы. И подворачиваемся пальчики вовнутрь, прокатываем от большого пальца к мизинцу. Еще один очень важный момент, когда мы делаем движение какой-то части тела, например, вот сейчас ногой, мы стараемся лишние мышцы не напрягать. Мы расслабили наши руки, расслабили наши плечи. И внимание только в одной стопе. Угу. И переключили внимание на другую ножку. Прям хорошенько размять. Это очень классно после каблуков, после обуви. Очень приятно. Хорошо. И снова встали стопы на ширине таза. Подкрутили наш таз так, чтобы убрать излишний прогиб поясничный. И чтобы копчик смотрел вниз. И из этого положения делаем ролл-даун, медленная-медленная скрутка. Начинаем с головы. Здесь нужно просто расслабиться и внизу повисеть. Как большая капля, стекаем вниз. Внизу полностью расслабляем нашу поясницу, крестец, колени чуть-чуть согнуты. Покрутили головой, отпустили шею. Делаем вдох и на выдохе медленно-медленно возвращаемся. Позвонок за позвонком. Как будто вы прижимаетесь к стеночке спиной. Снова сделали вдох. И на выдохе плавимся, как свеча. Расслабляем все позвонки друг за дружкой. Повисли. Сделали вдох и на выдохе не спеша раскручиваемся, спина расслаблена. Хорошо, ставим стопы вместе и вытягиваемся за руками вперед. Сейчас нам нужно прижать наши ребра, положить сверху на бедра. Садимся вот в такое положение, плотно-плотно прижавшись. Переносим вес на пяточки. Беремся за пятки и выходим в падхасану. Плотно прижимаем весь корпус к ногам. Вы можете остаться в этом положении. Если вам позволяют ваши мышцы, вы вытягиваете колени, уходите в полную складку, сохраняя плотное-плотное прижатие к ножкам. И здесь мы спокойно, естественно дышим. Медленный вдох, медленный выдох, прижимая пупок между ног. Освобождаем наши руки, делаем вдох и на выдохе раскручиваемся, также не напрягая мышцы спины. Делаем глубокий вдох и плавный медленный выдох. Хорошо. Сейчас мы с вами будем делать Сурья Намаскар, приветствие солнцу. Существует очень много разных вариаций приветствия солнцу, мы сделаем один из вариантов. Для этого мы встаем на край коврика, ну, так, чтобы весь коврик остался за вами. Стопы ставим практически вместе. Еще поуже.
поперекатывались на стопах, почувствовали сильные стопы, пятки, подушечки. Сейчас мы будем делать с остановками, очень медленно, останавливаясь в каждой позе и разбирать правильное положение нашего корпуса. Для этого я буду все говорить. Ваша задача правильно и медленно, спокойно дышать. Поехали. Сложили ладошки в намасте. Самый первый очень важный момент. Мы вкручиваем наш таз, направляем копчик вниз и убираем поясничный прогиб. Поджали ягодичные мышцы, вытянули колени. Отсюда в руках замок, вытянулись вверх. Руки уходят за корпус. А основная ошибка, нельзя ни в коем случае гнуться в поясничном отделе. Мы держим таз и слегка раскрываемся в грудном отделе, опрокидываем грудь вверх. Здесь делаем вдох. На выдохе руки через стороны, опускаемся вниз. Под ихостасану мы только что делали. Прижимаемся плотно к ногам. Колени могут быть согнуты, а присядь посильнее, да, и прям прижмите ребра к ногам. Отсюда мы ставим руки в упор и правую ногу убираем в выпад. Поза бегуна. Здесь у нас сильные стопы. Передняя пяточка обязательно под коленным суставом, угол 90 градусов в ноге. Угу. Опускаем колено на пол, расслабили стопу, сделали вдох. И с выдохом выходим в планку. Руки на ширине плеч, тянемся макушкой вверх, копчиком тянемся назад, руки ближе к себе, еще подвигая ладошки. Вот, да, руки на ширине плеч. Поставили колени на коврик, и сейчас нам нужно будет отжаться на 8 точек вперед. Вот есть линия ваших ладошек, вам нужно положить грудную клетку перед вашими ладошками. Направить копчик назад и вверх, направить локти вверх. Остались внизу, и из этого положения проскользнули в кобру. И выжимаем себя вверх. В кобре мы расслабили таз, расслабили поясницу. И здесь не проваливаемся вниз, плечи выталкиваем. Да, слегка висим с расслабленной спиной, делаем вдох. Вдохнули, подтянули подбородок к груди. И с выдохом выходим в позу собаки. Для этого мы ставим стопы на полупальцы вверх. И активно руками толкаем пол. Складываемся животом к ногам. Вес с рук мы переносим в ноги, тянемся пятками вниз, тянемся пупком между ног. Отсюда посмотрели вперед и снова правой ногой вышли в позу бегуна. Поставить ногу между ладошек. Если нужно, помогайте себе рукой, продвигайте и ставьте пяточку под коленный сустав. Расслабили заднюю ногу, сделали вдох. И с выдохом подтянули заднюю ножку к себе, вышли в подхастасану, но снова плотно-плотно сложились. Как мы поднимаемся? Руки через стороны, ни в коем случае не с круглой спиной. Мы вытягиваем поясницу и поднимаем себя на вдохе вверх. Руки в замок и с выдохом. Намасте. Мы закончили. И повторяем все сначала, всю нашу связочку. Помним, что мы следим за дыханием. Вдох. Толкнули таз вперед. Выдох от живота. Плотно прижимаемся к ногам. Лоб стремится к ногам. Руки упор в пол. Правая нога назад. Поза бегуна. Колено на пол. Стопу расслабили. Раскрыли грудную клетку. Сделали вдох. Молодцы. На выдохе. Ладошки упор и планка. В планке мы втянули ягодичные мышцы. И по ощущениям мы тянемся макушкой вперед. Представьте, что у вас что-то лежит на спине. Ровная досточка, и вы ее держите. Поставили колени. Отжимаемся на 8 точек. Положить грудную клетку вперед за ладошки. И отсюда протолкнуть себя вперед, прямо по полу проехаться. Выйти в кобру, расслабить таз и сделать вдох. Подбородок к груди. На выдохе выходим поза собака мордой вниз. Складываемся ребрами плотно к ногам. Правой ногой шагнули вперед, поза бегуна, опустили колено, сделали вдох и на выдохе подтянули ножку, под ихостасана плотно прижались. И поднимаемся, помним, с прямой спиной, руки через стороны, вытягиваемся, вдох, выдох, намасте, молодцы. Помним, что мы следим за нашим дыханием, дышим естественно, но медленнее, чем в обычной жизни.
проверили таз, копчик направили в пол. Угу. И попробуем сделать все сначала без остановки. Вдох. Выдох. Падхасана плотно сложились. Правая нога выпад назад. Опустили колено, сделали вдох. Двигая Юль пяточку вперед. Переднюю. Прям чтобы стопа, это очень важно, ваша стопа должна плотно стоять на полу. Еще двигай вперед. Давай, прям помогай себе руками. Угу, молодец. Выходим в планку. В планке мы чувствуем наши мышцы живота по ощущениям, как будто вы застегиваете брюки. Втягиваем пупок вовнутрь. Поставили колени, отжались на 8 точек и проехались в кобру. Расслабили крестец, сделали вдох, подбородок к груди, выдох, собака мордой вниз. Сложились пупком между ног и шагнули правой ногой. Пока таз наверху, вы можете ногу продвинуть как можно дальше вперед. Расслабились, вдох, выдох. Падхасана, прижались ребрами к ногам. И руки через стороны, вытягивая поясницу, мы поднимаемся вверх. Снова вкрутили таз, вытянулись макушкой. Сурья Намаскар, приветствие солнца, очень хорошо греет все ваше тело, готовит все ваши мышцы, готовит ваш позвоночник. И после этого вам будет намного легче дальше заниматься. Поэтому стоит повторить несколько раз для того, чтобы вы полностью были разогреты. Я думаю, что девочки уже это чувствуют. Давайте повторим еще один раз, чтобы наверняка. Подкрутили таз. Вдох, вытяжение. Выдох, складка. На вдохе правая нога, выпад. Сразу колено на пол. Раскрыли грудную клетку, сделали вдох. На выдохе вышли в планку. Подтянули мышцы живота, подтянули ягодицы и поставили колени на коврик. Отжались 8 точек и протолкнули себя руками вперед. Расслабили поясницу, сделали вдох. На выдохе подбородок к груди, полупальцы, таз назад и вверх. И сложились ребрами к ногам. Правая нога, выпад, продвинули ее между ладошек, так, чтобы пяточка стояла под коленным суставом. Сделали вдох и на выдохе сложились. Напоминаю, что колени могут быть согнуты. Самое главное, плотно прижаться ребрами к ногам. Руки через стороны, вдох, вытяжение и выдох. И здесь поставьте стопы снова на ширине тазовых косточек, мы заземляемся. Чувствуем свою ось. Плечи вниз, слегка вдавили ладонь в ладонь. Почувствовали грудные мышцы. Сохраняем это нажатие ладошек. И по ощущениям тянемся макушкой вверх. Чувствуем от пяток через все свое тело, через макушку вытяжение вверх. Делаем несколько дыхательных циклов, как в начале, с закрытыми глазами. Сжимая ладони, медленный вдох. И медленный выдох. При этом мы тянемся макушкой вверх. И еще раз медленный вдох. И постепенный выдох. Хорошо. Расслабили руки, расслабили коленные суставы. И снова как капли стекаем вниз. Медленно расслабляем наш позвоночник. Уходим вниз до конца. Руки не держите, они висят как веревки. И внизу берем локтевой замок. Положили руки крест-накрест. Раскачали себя чуть-чуть вперед. Здесь важно расслабить поясницу, прям повиснуть и отпустить вес тела. Вытягивается пояснично-крестцовый отдел. Это очень приятное положение, особенно для тех, у кого очень устает спина в течение дня. Мы ставим ладошки на пол, так же, как делали правой ногой, выходим в выпад назад. Левую ногу тоже убираем, выходим в планку. Планки укрепляются наши глубокие мышцы живота, поэтому вы представьте, что застегиваете ремень, подтяните пупок вовнутрь и вытянули шею. Отсюда колени на коврик,
поза ребенка. Потянулись копчиком назад, потянулись руками вперед и лоб на коврик, расслабили плечи. Отсюда мы будем выходить в кобру. Как мы это делаем? Переносим вес на прямые руки, локти мы не сгибаем. Делаем вдох, подбородок подтянули к груди, смотрим на пупок. Округляемся, как кошка, вышли с круглой спиной. Идем дальше, переносим вес на прямые руки и опускаем таз вниз. После того, как таз расслабился, мы раскрываем грудную клетку на вдохе. Посмотрели вверх, на выдохе обратно. Подбородок к груди, смотрим на пупок и возвращаемся в положение ребенка на вытянутые руки. Продолжаем так несколько раз. Вдох, выдох, округлились, вышли в кошку. Переносим вес на прямые руки, не сгибая локтей. В крайней точке вдох. Подбородок к груди. На выдохе возвращаемся обратно. И сделаем еще один раз. Вдох. Подбородок к груди. Округляемся. Выдох. Локти полностью вытянуты. Таз опускается вниз. Раскрываем грудную клетку. Вдох. Подбородок к груди, мягко возвращаемся, выдох. И из позы ребенка мы раскручиваемся круглой спиной, усаживаемся на пятки. Абсолютно расслабленный позвоночник, и голова все время приходит самый последний, позвонок за позвонком. Хорошо, вышли в положение стола. Как мы проверяем положение стола? У нас руки на ширине плеч. Сильные пальцы, прям растопырили, раскрыли все пальцы, как будто в пол топтались руками. Колени на ширине тазовых косточек. Ну, как стол положение. Прямая спина и угол 90 градусов у нас в ногах и в руках. И теперь представьте, что вы плывете в своем самом любимом прекрасном море. Вдох, на выдохе мы вытягиваем правая рука, левая нога параллельно полу на одну линию. Это выдох. На вдох возвращаем. И поменяли. Левая рука, правая нога. Выдох, вытяжение до кончиков пальцев. Вдох, возвращаем. Каждый раз будем менять руки и ноги. Правая рука, левая нога. Выдох, вытяжение. И вытягивайте пальчики на стопе тоже. Опускаем, вдох. Поменяли. Выдох. Тянемся рукой, ногой и макушкой вперед. Опускаем, вдох. И теперь правая и левая. Мы поднимаем, остались в этом положении. Сохраняем ровную спину, ни в коем случае не прогибаемся. Сохраняем ровную поясничку. И попробуйте теперь захватить стопу рукой. Зацепиться рукой за пальчик на ноге. Угу. И вытянуться макушкой вперед, коленом назад. Держим. Самое главное, не прогибайте поясницу, сохраняйте ровную линию спины, тянитесь коленом назад и макушкой вперед, как струна, все тело натянуто. Молодцы, девочки, дышим. Медленный вдох, медленный выдох. И отсюда снова раскрываемся, отпускаем ногу и раскрываемся в одну линию. Вытянулись до кончиков пальцев. Медленный вдох, медленный выдох. Опускается рука и нога. Снова вышли в положение стола и делаем несколько раз волну назад. На выдохе мы округляемся, садимся назад. На вдохе как будто под чем-то подныриваем и переносим вес в руки. На выдохе мы смотрим на пупок, руками толкаем пол. На вдохе переносим вес в руки. Выталкиваем себя вверх. Выдох. Вдох. И еще раз выдох. Сильные руки. Толкаем пол. Вдох. Остались в этом положении. Проверили поясницу. Ага. Сильные руки. И делаем баланс с другой руки. Вытягиваемся левой рукой вперед. Правой ногой назад. Балансируем. Тянемся макушкой вперед. Сохраняем ровный позвоночник. И отсюда захватываем рукой. Цепляемся за пальчик на ноге. Тянемся макушкой вперед, коленом назад. Медленный вдох. Молодцы, медленный выдох.
Все время слушаем свое дыхание. Представьте, что вас за макушку тянут вперед и за колено тянут назад. Отлично. Снова раскрываемся в одну прямую, чтобы ваша рука и ваша нога были на одном уровне. Чуть-чуть можно повыше. Отлично. И опускаемся в нейтральное положение. Снова делаем несколько раз волну назад. Вдохнули и на выдохе округлились, сели. На вдохе выныриваем. Выдох, смотрим на пупок. На вдохе выныриваем. И еще раз выдох. Вдох. Отлично. Садимся на пяточки. И делаем замок. Здесь вам может понадобиться ремень, а может и не понадобиться. Любой ремень, который есть у вас дома. Давайте сначала попробуем без ремня. Если понадобится, то мы его используем. Сели ровненько, подкрутили таз. Брали поясничный прогиб. Правая рука вверх. Давайте я покажу спиной, чтобы вам было видно. Угу. Левая рука снизу. Берем замочек. Если мы достаем, все прекрасно, мы делаем без ремня. Если вы не достаете, вы можете использовать здесь ремень. Вот таким образом. И держать с помощью ремня. Теперь старайтесь не выгибаться. Да, ровненько. Угу. И мы тянемся правым локтем вверх, левым локтем вниз, сохраняя прямую спинку. Вот, да. Таз на месте. И в этом положении мы можем остаться, либо, если нам позволяет наше тело сегодня, мы уходим в небольшой наклон с прямой спиной вперед. Делаем медленный вдох, медленный выдох. И возвращаемся в нейтральное положение. Расслабляем наши плечи. Хорошо. Теперь левой рукой потянулись вверх. Опустили ее пальцами вдоль позвоночника. Вторая ручка снизу. Зацепили замок. Если мы не достаем, то мы используем ремень. Подкрутили таз, убрали прогиб. Ровненько тянемся локтем вверх. И если мы можем с прямой спиной, то уходим в небольшой наклон. Медленный вдох, медленный выдох, не прогибая таз. Возвращаемся. Молодцы. И снова расслабили наши плечи. Ложимся на живот. Проработаем заднюю поверхность бедра. Сложили ладошки. Стопы вместе. Ладошки – это наша подушка, мы будем складывать сюда лоб, для того, чтобы расслабилась ваша шея, расслабились плечи. Все, что выше поясницы, мы сейчас полностью расслабили. Вытянули прямые ноги над полом, собрали ягодичные мышцы. На вдохе раскрываем ноги на ширину коврика, тянемся ногами в разные стороны. На выдохе собираем стопы вместе, собираем ягодичные мышцы. Поехали, вдох. Вытяжение в разные стороны и выдох, сжали. Вдох. Вдох носом, выдох ртом. Вдох. И выдох, сжали. Угу. Еще разочек, вдох. Выдох. Теперь стопы на себя, продолжаем то же самое, сокращенные стопы. Да, прям носочки на себя. При этом мы следим, чтобы не напрягались плечевые суставы. Расслабленные руки, работаем за счет мышц ног и за счет ягодиц. Хорошо, расслабили ножки, покачали тазом, сбросили напряжение. Расслабили поясничный отдел. И делаем маленькую разножку по пружиням, как будто у вас между пяток маленькая пружинка, стопы на себя. Мы ее активно сжимаем. Раз, раз, раз. Раз. Угу. Стопы на себя. Юль, носочки на себя. Вот, да. Продолжаем. Плотней, плотней, плотней. Прям стучим пяточками друг по другу. Да, прям. Угу. Молодцы. Еще можно стопы на себя.
Я в тебя верю. Давай. Так, умнички. Расслабились и снова покачали тазом. Сняли напряжение с поясницы. Нырок лебедя. Очень полезное упражнение для того, чтобы вытянуть шейно-грудной отдел позвоночника. В руках угол 90 градусов. Мы раскрыли локти на ширине плеч. Угу. Положили лоб, расслабили шею. И локтями потянулись по полу в разные стороны. Широко-широко. Ножки пошире, таз расслаблен. И отсюда мы делаем вдох. На выдохе вытягиваемся макушкой вперед. Вытягиваем нашу шею, как будто она резиновая. На вдохе опускаем лоб на коврик. И снова с выдохом вытягиваемся макушкой вперед, а плечи оттягиваем назад от ушей. Сделали полный выдох. И на вдохе расслабились, лоб на коврик. Продолжаем. Еще несколько раз. Делайте медленно-медленно, как можно медленнее. Выдыхая, мы тянемся макушкой вперед. Угу, отлично. Как будто вас тянут за голову. Представьте себя улиткой или черепашкой. Вам нужно вынырнуть из панциря. Хорошо. Растянуть заднюю поверхность шеи. И одновременно вы тянетесь локтями по полу в разные стороны, раскрывая грудной отдел, грудную клетку. Угу. Не старайтесь запрокидывать голову, смотрим все время вниз, да, немножечко просто приподнимаясь над полом. И теперь мы добавляем мышцы спины. На выдохе, на подъеме мы сводим лопатки к центру спины. На вдохе ложимся. Выдох ртом. Вдох носом. Выдох ртом. Вдох носом. На выдохе приподнять грудную клетку, свести лопатки и вытянуть заднюю поверхность шеи. И на вдох расслабиться. Продолжаем. Когда вы делаете, следите, чтобы не напрягались ваши ноги. Абсолютно расслабленный таз, работают мышцы спины. Мы поднимаем себя за счет лопаток, за счет мышц спины. Еще два раза. Делайте в своем комфортном темпе, подстраивайтесь под свое дыхание. Сколько длится ваш выдох, столько вы поднимаетесь вверх. Воздух закончился, на вдохе вы ложитесь вниз. Доделываем последний раз. Хорошо. И соединяем ножки вместе. Берем замок. Сплетаем пальцы по ягодицам. Если можем, вытягиваемся руками, поднимаем ножки. И как стрела, летим макушкой вперед и ногами назад. Здесь мы остаемся, просто медленно, спокойно дышим. Медленный вдох. Медленный выдох. Держим. Если вы пока не можете взять замок, вы берете ремень. И делаете тот же замок, только с помощью ремня. Угу. Девочки, расслабились, лоб на ладошке, покачали тазом. Сняли все лишнее напряжение. Снова соединили стопы и еще раз выходим, как стрела. Взлетаем. Медленный вдох, медленный выдох. Подбородок к груди, чтобы задняя поверхность шеи не зажималась. И расслабились, лоб на ладошке. Сбросили напряжение. Хорошо. Теперь правую руку мы кладем чуть выше груди. Ладошка смотрит вверх. Укладываемся на правую руку грудью всем весом, лоб на свободную ладошку. Ровненько улечься, расслабить плечо так, чтобы там хорошенько натянулись мышцы. Угу. И отсюда правое колено вытаскиваем по полу в сторону. Если получается, если пока вам и так достаточно сильно тянет, вы можете делать без колена, только рука.
И в этом положении, девочки, нам нужно расслабиться. Просто закрыть глазки и спокойно подышать. Медленный вдох, медленный выдох. Абсолютно расслабленное плечо и рука. И отсюда мы ножку вытягиваем вниз. Освобождаем руку. И поменяли. Проскользнули левой рукой по полу. Ладошка смотрит в потолок. Повыше, Юль, повыше. Над грудью. Еще прям над грудью, да. Улеглись на нее. Если нужно, себя стопами чуть-чуть потолкнули вперед. Улеглись. Расслабили плечо. Сделали вдох, медленный выдох, расслабились. Можно остаться в этом положении, можно пойти дальше. Если мы идем дальше, то мы вытаскиваем левое колено в сторону по полу и расслабляем таз. Дышим. Медленный вдох, медленный выдох. Все тело расслаблено. Медленный вдох, медленный выдох, расслабляя плечо, расслабляя руку. И возвращаем ногу вниз. Освобождаем руку, потянулись двумя руками вперед, ногами вниз. И через любой бок перекатываемся на спину. Ложимся. Как мы ложимся на спине? Стопы ставим в упор на ширине тазовых косточек. Руки вдоль тела, ладошки смотрят вверх. Расслабленный живот. Сейчас мы с вами разберем, что такое правильное дыхание по системе Пилатес. Мы дышим животом. Представьте, что у вас в животе воздушный шарик. На вдохе вы его надуваете, на выдохе вы его сдуваете. Вдох мы всегда делаем носом, выдох мы всегда делаем через рот. Вдохнули носом, и на выдохе вы задуваете свечу по ощущениям. Дуете на свечу. Угу. При этом на вдохе у нас надувается шарик, надувается живот. А на выдохе мы его сдуваем. Вдох, надуваем шарик в животе. И на выдохе сдуваем. Вдох. Выдох как можно медленней. Продолжаем. Вдох животом. На выдохе наша задача втянуть пупок вовнутрь. По ощущениям. Выдыхай ртом. Давай вдох носом. А выдох ртом, дуй на свечу. Вот, дуешь, 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 пока весь воздух не выйдет. Угу, вдохнул опять. Таким образом мы тренируем наши глубокие мышцы живота, которые держат внутренние органы как корсет. Помимо того, что это красиво подтянутый живот, это еще и очень полезно. Поэтому мышцы живота всегда должны быть в тонусе. Поэтому мы всегда будем уделять этому очень большое внимание. И хорошенечко с каждым выдохом будем втягивать пупок вовнутрь. Практически во всех упражнениях и во всех позах мы чувствуем наш центр. И каждый раз, когда мы выдыхаем, то есть мы привыкаем к тому, что когда я выдыхаю, значит, я втягиваю пупок в себя. На вдохе я могу расслабить живот. Расслабь руки. Чуть-чуть в стороны их открой. Вдох. Животом, животом. Вот, животом. И выдох. На выдохе как помпу сжимаем вниз. Очень важно вот это почувствовать, причем вы можете это не почувствовать сегодня и сразу, не пугайтесь, это нормально. В процессе с несколькими тренировками вы почувствуете, где находятся глубокие мышцы живота и сможете ими владеть, втягивать, расслаблять тогда, когда вам будет нужно. Поэтому все со временем. Добавляем корпус. Немножко усиливаем работу мышц. Сделали вдох. Выдох, втянули.
И поднимаемся, отрываем лопатки от пола, тянемся руками вперед. Это выдох. На вдохе ложимся. Снова сокращаем мышцы живота, втягивая пупок. Мы поднимаемся, выдох, выдох, выдох. До конца выдохнули весь воздух, который у вас есть. И на вдохе ложимся. И снова выдох. Тянемся, 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 вдох. Смотрим прямо перед собой. И еще разочек вдох. Сокращаем мышцы живота. Отлично. Руки за головой, сцепили большие пальцы, как крючки. И вытянулись руками вверх, ногами вниз. Подкрутили таз, убрали поясничный прогиб. Вытянулись в длину. И помним здесь про пальчики на ногах. Их тоже вытягиваем. Хорошо. Возвращаемся и стопы ставим чуть шире, примерно на ширину коврика. Продолжаем укреплять наш центр. Представьте, что у вас в руках ручная кофемолка, мы сейчас будем перемалывать кофе. Мы дышим точно так же, на каждом выдохе сильно застегиваем ремень на бедрах. Сделали вдох. На выдохе втягиваем пупок и по кругу перемалываем кофе. Поднимаемся как можно выше, на вдохе ложимся. Выдох. Медленный вдох. Медленный вдох. Продолжаем. Делаем в темпе дыхания. Сокращаем мышцы живота. Выдох, 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 вдох. Расслабилась. Снова выдох, выдох, втягиваю, 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 втягиваю живот. Вдох, расслабилась. И еще разочек. Выдох, 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 выдох. Молодцы. И приятное вытяжение. Руки за головой, ножки вниз. Потянулись. Угу. И сделаем еще одно упражнение на наш центр. Поставьте, пожалуйста, пятки упор в пол. Возьмите себя за под ягодицами. Локти упор в пол, оттолкнитесь локтями от пола. И такое ощущение, что вы двигаете ноги вниз, а сами ползете вверх. Нам нужно плотно прижать поясницу к полу. Приподнять лопатки и плотно прижать поясницу. В этом положении возникает напряжение в животе. Живот должен напрягаться, если вы правильно делаете. Прям плотненько поясницу прижали, стопы вместе. И делаем наше основное дыхание по пилатесу. Вдох, выдох, пупок в себя. Поехали. Смотрим вперед. Вдох. Еще. Еще вдох. И на выдохе. Сокращаем мышцы живота, весь свой центр собираем вовнутрь. Угу. Еще пару раз. Очень полезное упражнение. Если делать его постоянно, оно реально работает. Ваши мышцы живота подтягиваются и становятся крепкими, плотными. И вы можете ими самостоятельно управлять. Отлично. Заканчиваем. И вытянулись. Руки за головой, ножки вниз. Давайте от правой ноги мы оттолкнемся. Перевернемся на бок, подаем таз вперед и как струна вытягиваемся. Медленный вдох, медленный выдох. Возвращаемся и в другую сторону. Поменяли ножку, перевернулись на бок, подали таз вперед. Колено смотрит в потолок, стопа сильная, толкайтесь стопой от пола. Возвращаемся. Обнимаем колени. И начинаем кататься, как мячики. Вперед-назад. Катаемся. Катаемся подольше.
Это тоже очень полезно для вашего позвоночника, для того, чтобы снять напряжение с мышц спины и вытянуть позвоночник. Поэтому давай сильней. Проще начать с положения сидя. Если у вас не получается пока кататься, вы сели, округлились, перекатились на крестец. И из этого положения по инерции, как неваляшки, катаем себя. Вы можете кататься просто после рабочего дня. Если у вас вы много сидите, у вас много напряжения на спину, она болит, устает. Пришли домой и просто 3-5 минут покатались на какой-то приятной поверхности, расслабили свой позвоночник. Вот так классно помогает. Угу. Доделываем. И садимся. Берем наш замечательный кирпичик. Если у вас нет кирпича для йоги, вы можете взять какую-то толстую книжку или пару книжек и использовать их вместо кирпича. Мы сейчас его используем как стульчик. Садимся на него. Для чего мы это делаем? Для того, чтобы у нас колени оказались на одном уровне с нашими бедрами, ноги расслабились, и мы могли спокойно, естественно дышать. Мы сейчас с вами разберем дыхание ступенчатое. Что такое ступенчатое дыхание? Мы отдельно будем делать вдох животом, а отдельно будем делать вдох грудной клетки. Для очень многих женщин непривычно дыхание животом, они не могут понять, что это такое, дышат только грудью. Поэтому мы сейчас делим это на зоны и прорабатываем. Вы можете положить себе одну ладошку на живот, одну на грудь, просто для того, чтобы почувствовать, как вы дышите. Вдох сначала мы делаем только животом. Потом продолжаем вдыхать грудью. И постепенный расслабленный выдох. Просто выдыхаем медленно. Угу. Вдох сначала животом, потом только грудью. И расслабленный выдох. Дышим мы через нос. Угу. Как по ступенькам поднимается воздух снизу вверх. Теперь мы будем делать с вами небольшие паузы. Задержки дыхания буквально на одну секунду. Мы делаем вдох животом, задержка дыхания на секунду. Вдох грудью, задержка дыхания на секунду. Потом мы еще делаем довдох, сколько помещаются в легкие по максимуму. И расслабленный медленный выдох до конца, выдыхаем весь воздух до предела. Выдыхаем носом и вдыхаем тоже носом. И выдох без пауз, просто непрерывно. Поехали, вдох животом, пауза, вдох грудью. Снова задержка дыхания на секунду. Еще до вдох, сколько можем. И расслабленный, медленный выдох до конца, весь воздух. Угу. Если вы уже почувствовали, можете руки убрать, просто положить их на ножки, и мы продолжаем дышать. Все дыхания я рекомендую делать закрытыми глазами, поэтому если вы уже почувствовали, если вам не нужно смотреть на меня, то закройте глазки и продолжайте дышать закрытыми глазами. Мы дышим с прямой спиной, макушкой тянемся вверх. Вдох животом. Пауза. Вдох грудью. Пауза. До вдох. И выдох, выдох до конца. Весь воздух, который есть у вас в легких. Сделаем еще несколько циклов. Когда вы дышите, не забывайте тянуться макушкой вверх, сохранять ровный позвоночник. Еще вдох. И еще один раз вдох животом. Секундная пауза. Вдох грудной клеткой. Секундная пауза. Вдох по полной. И расслабленный выдох как можно медленнее. И кто уже закончил, мы снова без остановок соединяем непрерывный вдох и непрерывный выдох. Без задержек дыхания. Пару раз.
Расслабьте горло, расслабьте корень языка, почувствуйте, как воздух свободно проходит через расслабленное горло. Постепенно доделываем. И кто закончил, убираем кирпич. И садимся в полуразножку. Правая нога в сторону, левая перед собой. Мы кладем пяточку на уровне пупка и сильно близко не кладите. На таком приличном расстоянии от центра. Уселись на две ягодицы, побалансировали. Чувствуете, что вы сидите на двух седалищных буграх. Стопа на себя. Вытягиваем бок. Делаем обычное боковое вытяжение. Правая рука упор, левая рука к уху. И представьте, что вас тянут за руку вверх. Медленный вдох, медленный выдох. Так, чтобы тянуло весь левый бок до кончиков пальцев. Если вам легко, вы можете взяться за стопу. Если вам это пока тяжело, вы можете руку поставить ближе и вытянуть себя больше не в диагонали, а вверх. Выбирайте всегда более доступный для себя комфортный вариант, чтобы вы делали это спокойно и естественно. Отсюда мы уходим и с прямой спиной за колено в скрутку. Рука на колено. Отталкиваетесь от колена, стопа на себя. Оглядываемся, отводим левое плечо назад с прямой спинкой. Медленный вдох, медленный выдох. Молодцы, возвращаемся. И ложимся вперед. Двумя руками потянулись вперед, макушкой потянулись вперед. Сделали медленный вдох, медленный выдох. Расслабили стопы. И возвращаемся. Поменяйте ногу. Пяточка на уровне пупка. Стопа на себя, побалансировали, уселись на две седалищные косточки. Упор. И правой рукой мы достаем до потолка и немножко в диагональ. Так, чтобы тянуло хорошенечко вам правый бок. И дышим. Приятное вытяжение в боку. Медленный вдох, медленный выдох. Если хотим усилить, беремся за стопу. Если в таком положении шея напрягается, вы можете смотреть вниз. Выходим. С прямой спиной скручиваемся, отталкиваясь от колена. Обе ягодицы на пол. Прям сидим на них ровненько. Стопа на себя и правое плечо отводим назад. Оглядываемся. Умнички, вернулись. И за руками вперед. Медленный вдох, медленный выдох. Также у нас бедра на полу. Скользим за руками вперед. Круглой спинкой возвращаемся. Собираем колени. Беремся под коленями и округляемся. Нам нужно подкрутить таз и перекатиться на крестец. Расслабить позвоночник. Хорошо. Снова садимся на край коврика, округляемся и еще несколько перекатов. Заканчиваем. Деремся под бедра и позвонок за позвонком укладываем себя вниз. Руки на ширине плеч. Стопы вместе. Приятная часть. Расслабление, растяжка. Левая ножка сверху. Как мы сидим обычно, колено на колено. Аккуратно скручиваем таз. В правую сторону кладем на бочок. Расслабляем поясницу. Расслабляем стопы, колени, руки. Кладем удобно голову. И в этом положении полностью расслабили все мышцы. Не спеша возвращаем ножки. Меняем. Сверху правая. Вдох, на выдохе медленно скручиваем таз влево на бочок. Отпускаем поясницу, расслабляем. И
как вода, растекаемся по полу в разные стороны, расслабляя каждую часть тела. И не спеша возвращаемся. Заканчиваем мы обычно в шавасане, это полное расслабление. Мы ложимся так, как хочется. Ноги, расслабляем руки, делаем медленный поворот головой в одну сторону, расслабляем шею, делаем медленный поворот в другую сторону, ножки на полу вытянуты. Ложимся и закрываем глаза. Чувствуем свое медленное, расслабленное дыхание. Сделайте вдох носом и выдох через рот. Уже никуда не дуем, воздух просто вытекает через расслабленный рот, как вода. И все лишнее напряжение мы выпускаем из тела. Почувствуйте мышцы лица, переведите внимание в точку между бровей, расслабьте ее. Расслабьте брови, скулы, расслабьте губы. И просто медленно и спокойно дышите. Позвольте вашему телу полностью расслабиться, наполниться энергией. Почувствуйте пальчики на руках, расслабьте ладошки. Почувствуйте пальчики на ногах, расслабьте ваши стопы, колени, бедра. Переведите внимание в живот, почувствуйте приятное расслабление в животе и продолжайте комфортно дышать. Вы можете оставаться в шавасане еще 5-10 минут для того, чтобы полностью расслабиться, позволить себе восстановиться. Ну, мы заканчиваем. С вами была Фирсова Екатерина, класс Йога Латес. Буду рада видеть вас на следующих занятиях. Мы постоянно будем менять наши упражнения, но смысл будет тот же. Мы будем укреплять наши мышцы, будем развивать нашу гибкость, становиться более красивыми и здоровыми. Поэтому до новых встреч!